Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы пришли на концерт группы «Тепло». Первое отделение у нас будет в акустике. Мы с саксофонистом Леонидом Чили будем выступать. Вот. Потом добавятся наши друзья, остальные музыканты, и мы продолжим уже более полным составом. Девушек заранее поздравляем с 8 марта. Сегодняшний концерт, да, впрочем, как и все в жизни мужчин, для вас, только для вас. Так что мы начинаем. Так вышло, что в голос мой был плоским, в нем не хватало ленты полосок, чтобы завязать ростки и побеги сквозь брака заводского реки. Аккорд спорта, аккорд в нем руки, как мечи и звуки, как запустить ветер парусам, живот сквозь ребра, травяные ведра. Для поступка в пробке сонные едем, как божьи коровки, вязнем, как пчелы в сотовой связи. Так вышло, что луковица в лаз пересаживает с одного места на другое. И то, что теперь говорит, раньше лишь только звук издавала. Не так произошло, но что голос мой стал звонким, а стены стали тонким, а издавающая сила стала красиво, заряжая красотой земной покрой, и вода стала удалять жажду, и воздух и жизнь снова стали важны. Так стало, оставляя простыни изгиб, вопреки всякой рифме появилась baby, baby, baby. Спасибо, друзья. Начало положено.